Чем это может быть как-то продлить нам? Тихо, приложись. Сокрытие не вправо, если... Твой... Я не вижу его! Я не вижу его! Черт, твою мать, Фред! Что такое? Топливо кончилось. Да не может быть, ты серьезно, что ли? Серьезно. Блин. Черт. Слушай, я не знаю, где мы, ну, блин. Как бы GPS показывал, что это, ну, ближайшая дорога, ну, на несколько минут. Я вообще это не место сейчас... первый раз. Где мы сейчас в незнакомом городе будем заправку искать? Ну, давай попробуем купить. Блин, я не знаю, машину так оставлять на улице. Вот так вот. Ладно, вылезай. Ну, слушай, я, в принципе, как и ты, тоже не знаю, куда идти. Пошли, что ли, может быть, спросим кого-нибудь, если встретим? Давай, слушай, я этот город вообще не видел. И чё тут туман такой? Как бы я, ну... Как бы утро да, еще, но... Ну, не утро, даже, блин... Чёрт, я... Сколько сейчас времени вообще? У тебя телефон с собой? Нет, он не разрядился, к сожалению. Слушай, мне это место не особо нравится. Ну, да... Какой-то... Ну... Нам нельзя стоять на месте. Пошли, что ли, куда-нибудь? Ну, пошли. Слушай, вот смотри, тут первый дом. Может, в него зайдем? Ну, это вообще не дом, это какой-то бар, типа, маленький. Я не знаю, сколько времени, но мне кажется, что уже закрыто. Ну, не знаю. Ну, давай зайдем. Постучим сначала. Проверить стоит. Давай. А что говорить? Здравствуйте, это, мы тут, у нас... Топливо кончилось, можно нам зайти, ну, это, не можете подсказать, где заправка вообще, если кто-нибудь есть? Думаешь, там кто-то вообще есть? Мне кажется, что уже закрыто. Ну, давай попробуем открыть. А так, окей. Слушай, мне вообще-то, что, ты открыл дверь? Да. А тут же никого нету, слушай, выходим отсюда. Фред, а? Что такое? Что это? Нейзи, что такое? Что это? Это кровь? Похоже на то. Стоп, а это что? Погоди. Это... Пистолет? Пистолет. С какого хрена в этом доме пистолет? И почему он открыт? Да это какой-то бар, не знаю. Я не знаю, почему он открыт. Куда мы с тобой вообще попали? Окей, ладно, давай ничего не будем трогать, просто выйдем. Как его? Ты шутишь? Посмотри, здесь кровь. Чувак, может, тут убийство совершили? Тебе не кажется, что если мы возьмем пистолет, если мы возьмем, то на нас возьмут ответственность. Чувак, Но ходить без пистолета, хрен пойми где, то есть, ну, я понимаю, где мы сейчас находим. Выглядит очень странно, тебе скажу. Ладно. Смотри, Нези, иди сюда. Ты видишь? Ты видишь? Там на окне кровь. Да, может, тут какой-то... Это, трагедия какая-то произошла. Типа я... террористический акт. Нет, вот. Нейзи, извини, я срочно возьму пистолет. Окей. Ой, смотри, здесь еще какой-то гаечный ключ или что это, разводной ключ? Да, и смотри, это магазин, похоже. Может быть, ты возьмешь себе тоже? Мы не будем как бы палить это, но при себе надо бы носить. Окей. Так. Все, давай лучше выйдем с этого места. Стой, тут еще аптечка. Точно, не заметил, извини. Так что, давай, может, мы выйдем отсюда, здесь уже ничего нету. Мы, не забывай, за бензином пришли. Так, пистолет при тебе? Да, нужно выяснить, где мы с тобой. Находимся, да. Будем искать бензин. Смотри, а это что? Это какой-то приемник, что ли? Без понятия. Ну, шастая по таким зданиям, мы бензин точно не найдем. Нужно искать что-то около заправки. О, смотри, какой-то гараж. Тут тоже кровь. Это точно кровь? Блин, может, пранк? Может быть, здесь тоже открыто? Да. О! Фред, смотри. Тут какой-то все заброшено. Темно, нигде света нету, ты заметил? Да. Странно, а чё за... Смотри, что это? Ну-ка. О, это лампа, она работает. Берем её. Давай. У тебя вроде руки посвободнее, так что давай, наверное, ты возьмешь, а у меня пистолет. Так, вот, я взял. Отлично. Вот, только... Слушай, это что, это похоже на масло для нее? Ну-ка. Нейс. Да. Пистолет-то у нас есть, но только здесь патронов-то нету. В смысле? А вот так вот? В смысле нет патронов? Зачем мне пистолет, у которого нет патронов? Или я что-то не так делаю, либо там реально нет патронов. Посмотри-ка. Ну-ка. Так.
Ну-ка. Я не знаю, разбираешься ли ты в оружии, но я как видел, там нет вообще патронов. В смысле, скинь мне магазины, дай пожалуйста. Какие магазины? Нет магазинов. В смысле? Там были магазины. Нет, нет, ну тебе, видимо, показалось, потому что я лично там ничего не видел. Как? Ну-ка. Ну, обычно я взял пистолет, и я надеялся, что там хоть один патрон-то есть. Пошли, пошли, я видел, там были патроны. Ты взял пистолет? Ты думаешь, что это возвращаться? Это, в принципе, не важно, я думаю. Да тут близко. Ты не взял? Вот они. Серьезно, что ли? Ай, черт, ну держи. Как так вообще? Хорошо, что я сказал сразу. Ну, может быть, ты мне вернешь пистолет? Раз уж обоим. Я его там выкинул, ты че? Фред, ты че, дебил? Я его выкинул там, где мы лампу взяли. А, как вообще так? Я какой-то вообще растерянный, мало поспал просто, извини. Я понимаю. Вообще, меня всегда обстановка немножко напрягает. Ты смотри, где мы находимся. Я не удивлюсь, если машину угонят, пока мы с тобой здесь ходим, хрен пойми где. Ну, так я ее закрыл. Ты прикалываешься, здесь в домах пистолеты, повсюду кровь. Думаешь, это будет разбираться закрыто-открыто? Просто выломают двери, все. Я не понимаю, что здесь происходит. Смотри. Это что? Да где все люди? Так, тихо, не пугайся, это я перезарядился. Окей. Фред, смотри, тут везде кровь, ты ж... Да я и без твоего вижу, что кровь здесь. Слушай, смотри. Это что? Ну-ка, подсвети мне коробкам эти, может здесь что-нибудь есть? Давай. Не-не-не, смотри, слушай, здесь... там можно спрятаться. От кого спрятаться? Не знаю. Нельзя, от бензина? Да я не знаю, может тут реально кто-то есть? Я еще ни одного может, человека не видел. Может, маньяк какой-то, который бегает убивать все. Ну, если здесь есть маньяк, то он очень скучает, потому что мне что-то подсказывает, что живых людей здесь больше нету. В смысле? А где ты? Я не знаю, что здесь происходит. Смотри. Я не хочу даже знать, что здесь происходит. Слушай, нам нужен бензин, мы ищем и уходим. Просто пустая комната. Тут аж от стен эхо. Слышишь? Скажи мне, ты домой хочешь попасть? Конечно. Ну тогда вы меньше по таким домам вот ходить. Так а как мы тогда его найдем, если мы не сможем? Ну, заправка или хотя бы что-то более-менее похожее. Давай тогда посмотрим, что здесь происходит. Ну, может быть, это здание. Ну, не, конечно, не вариантик, но можно проверить. Это какой-то хэппи-бургер. Слушай. Я не знаю, в принципе. Можно будет, наверное, сейчас посмотреть. О, ты слышал? Да, бери пушку. Это ты был? Нет. Может, это явно не человеческий какой-то стон был. Это же виски, я не знаю, что это было. Твою мать! Я сейчас все увидел. Ты посмотри. Нэсси, что такое? Я сзади! Фред! Нэсси! Уходи! Точно, уходи! Сюда! Сюда, Нэсси! Сюда, за мной! Открой дверь! Уходим, уходим! Шкаф! Чего происходит? До сих пор ревет. Закрыть двери? Ты успел закрыть двери? Да. Слава Господи. Твою мать, Фред, что это за нахер? Я не знаю, что было бы, если бы ты не закрыл двери. Ты видел это существо? Да. У него башка разделена. Я в него стрелял 3 раза, ему ни хрена вообще не было. Смотри. Я не уверен, что есть сейчас смысл в него стрелять. Фред, смотри. Я не заметил, у него что-то реально была башка на 2 части. Да, она распилена у него на 2 части. Что это? Знаешь, что ты когда-нибудь... Человек. Ты видел его рост? Это мутант. Ты слышишь? Я понимаю, почему повсюду кровь и ни одного жилого человека поблизости. Ты думаешь, это он убил? Все. Теперь стоит вопрос не как уехать, а как вообще выжить. Чувак. Ты в него выстрелил сколько раз? 5? 3. 3 раза я выстрелил. Ему ни хрена не было. Может, у него есть слабый вариант, это было убежать от него. Слушай, может, не будем так орать? Он все-таки за стеной. Стой. Извини, я просто на эмоциях. Тихо. А что мы делать-то будем? Мы в ловушке? Мы в ловушке, Нэзи. Слушай, там никого нет. Почему он такой здоровый и ревет так сильно? И не может выломать двери банально. Я не знаю. Что нам делать, Фред? Ну, мне кажется, что стоять на месте ни в коем случае нельзя. Ну и двигаться как бы аккуратнее нужно, потому что ты сам понимаешь, что... Смотри. Если мы сейчас выйдем, а он там, то нам капец. Фред, тут потемнело все. В смысле потемнело? Смотри в окно. Серьезно?
Чё так быстро потемнело? Да я сам вижу, что потемнело. А как это возможно? Не знаю, смотри, Фред, я говорю, видишь, тут лампа есть такая, какая-то с направленным светом. Может быть, мне взять ее? Давай. Я ее сейчас в руках держу, да? То есть, а врубить-то как ее? Вот смотри, нажимаешь там на кнопку сзади, наверное. Ну вот. Сейчас, секундочку. Поднимись. Опа. Сначала. Во. О! Слушай, а мне кажется, она даже получше твоего светит. Ну смотри, потому что мой... Вот, мой это просто лампа, как бы, а твой... Это, ну, а чем мы занимаемся? Почему мы себя так ведем? Ты забыл, что ли? Там это существо сейчас ходит и хочет нас убить. Слушай, может, он света боится? Раз не попёрся. Ты хочешь проверить? Нет, честно, не хочу. Но стоять на месте нельзя ни в коем случае. По-моему, лучше взять пистолет, чем эту ебанину. Да, ты прав, извини. Тут чё, огреешь его этой балдой? Так. Слышишь? Нет. Тихо. Чё здесь? Фред, нам никак нельзя выходить. Нужно ждать. Нейзи, ты как думаешь? Смотри, вот он ходит. Чё, он здесь? Нет, он Нейзи, куда-то он здесь? Ушел. Он куда-то ушел. Выключи свет. Ай, извини. Он куда-то ушел, это наш шанс. Это наш шанс, давай туда. Выходим. Открывай дверь, у меня пистолет все-таки в руках. Три. Бежим, черт, бежим. Направо. Мы оттуда пришли. Пошли туда вдаль. Стой! Вдалеке видишь. Нет, нет, нет. О, я вижу какую-то тень. Это кто? Это тихо, тихо. Еще один. Тихо. О, он это на что-то. Да. За дерево, быстрее, за дерево, Нейзи. Давай. Их двое. Нейз. Я вижу. За дерево. Вижу. Тихо. Фред. Готовься стрелять. Смотри, он пошел проверять наш. Нейз, ты где? Я сзади тебе. Черт, мне страшно. Нейзи! Черт! Умри! Нейзи, уходи! Беги! Убегай! Они сзади! У меня обойма кончилась. Беги, он за тобой бежит. Нет! Я их отстреливаю, быстрее беги, проверяй. Черт! Еще один! Обегай! Им вообще все равно! Твою мать! А их не убить, Нейзи! Беги! Черт. Беги. Сюда! Вот, а еще один! Сюда! Ты куда же деваться-то? Сюда! Срочно! Куда ты закрыл двери? Ой, черт! Да что же делать? Теперь мы точно в ловушке. Подсвети, мне нужно перевязаться. Давай. Мне полегче стало. Все, извини. Я сейчас перезаряжу. Тут шкафчики, может быть, мы укроемся там, нет? Давай попробуем. Твою мать! У меня нет патронов! Залезай сюда! Фред, залезай! Фред, залезай! Залезай! Умри, сволочь! Залезай, Фред! Ай, да им все равно вообще! Убери свет, может быть, поэтому они реагируют. Может быть, они бежат обращать внимание. Убери свет. Я убрал. Убери свет, пожалуйста. Я убрал. Что за фигня? Черт, уже совсем темно. Да что же происходит? Черт, Фред, ты что нам делал? А где этот? Он же только здесь был. В шкафчике. А, нету там никого. Я не хочу спускаться, может, на ловушку. Фух, никого нету. В смысле? Ты меня не пугай так. Не пугай меня так. Фред. В смысле? Двери-то закрыты, а куда мог деться? Смотри, как стемнело быстро. Погоди, ты же тоже только что видел мутанта, да? Да. Только что тут бегал. Мне точно не показалось. Может, мы уже головой поехали? Вдвоем? Одновременно? Да. Смотри, и все пропали на улице. Что это за фигня, Фред? Ты заметил, что потемнело? Да, очень потемнело. Да что вообще происходит? Мне уже не по себе. Ай, господи.
Я уже хочу просто уйти с этого места подальше. Неважно, уйти или уехать, я сейчас дойду до того, что я просто убегу отсюда, Нейди. Мне уже все равно на ту машину. Черт. Может быть, мы реально просто побежим и бросим машину? Черт, ну машина. Не знаю, а куда, как, куда бежать? Тебе что дороже, твоя жизнь или машина? Естественно, жизнь. Ну как мы убежим отсюда? Ай, ты черт, ай, все, конечно, ты же прав. Далеко мы точно не сможем убежать, особенно если за нами побегут эти твари. Тогда что, продолжаем искать топливо? Давай. Отчаиваться нельзя, Нейди. Фред? Давай, ты подсвечиваешь, а я держу пистолет в руках и в случае чего я отстреливаю. Хотя я не вижу вообще в этом смысла. Ты видел? Они вообще не боятся. Нам надо проверить каждый дом и найти в каждом доме топливо. Попытаться. Смотри, что. Конечно. Нейзи, ты тоже, если что, бери гаечный ключ в руки, а то я один отстреливаю, и им ничего вообще. Окей, давай. Так, все, я не буду больше открывать шкафчики, я очень сильно боюсь. Нет, Нейзи, это не по моей части, иди. Там вижу кое-что. Гаси свет. Ты кого-то увидел? Да, это один из них. Тогда нам нужно быстрее. Так, осматривай шкафчики. Окей. И в случае чего, то есть оповещай меня. Тут вообще дверь выломана. Так, смотри. Какой-то... Чё-то... Там, возможно, есть деньги, но деньги нам не особо сейчас нужны. Да. Нам бы сейчас выбраться. Так, тут шкафы перевернуты. Топливо! Чёрт, вообще... Немножечко. Тут что? Хотя бы немножечко топлива, ну пожалуйста. Там ничего. Почему нам так не везет? Я не знаю. Чёрт. Пистолет нашли! Освещение нашли, а топлива? Почему слушай, нет топлива? Пистолет? И раз он их не убивает, то значит, он хоть как-то их останавливает. Он нам может быть полезен. Но он их отталкивает немножко и замедляет, но это не более чем. Это может быть как-то продлит нам. Тихо, приложись. Сакто, вот он стоит. Я понял. Тихо. Прямо над тобой. Прошу тебя, с нами будет. Он ушел. Серьезно? Нет. Да ты шутишь? Нет. Его макушка еще торчит. Да что с нами будет, Нейзи? Может, как-то в шкаф аккуратно. Чертовски боюсь. Я еще никогда так не боялся. Фред. Он ушел. Твою мать, что делать? Нам надо как-то уходить. Что делать? Нужно спасаться. Надо свои жизни спасать. Ты меня спрашиваешь, что делать. Понимаю, ищем бензин к машине и валим. Окей, пошли тогда, найдем какой-нибудь дом, где хоть что-либо есть. Выходи. Пошли. Так, давай двери закрывать не будем, чтобы мы знали, где мы были, а где нет. Хорошо, давай. Я не против. Держи пушку. Все, двигаемся дальше. Слушай, давай, может, смотри, сейчас с нами подожди. Черт. Так, проверяй каждую дверь. Закрыто. Ты хорошо проверила? Точно закрыто? Да. Так, тут что? Закрыто. Я прикрываю нас. Так. Тоже закрыто. Если что, будь готов бежать, я скажу. Тихо. Закрыть. Нейзи, у меня не так много патронов осталось, так что экономим. Там он справа, если... Твою мать! Я не вижу его! Твою мать! Нейзи, бежим за тобой! Вижу! Черт! Нейзи, ближе! Беги быстрее! Окей. Закрыто. Ищи двери, срочно! Закрыто! Мы покойники, Нейзи! Успокойся! Открыто! Фред, здесь, сюда! Какое открыто, Нейзи, быстрее! Черт, твою мать, где Фред? Нет! Черт, неужели я один остался? Как я отсюда выберусь? Твою мать...
что? Карта? А, мразёныш, ты за стеклом. Это ты из страха ёбина, конечно. Хотя бы я тебя теперь разглядеть могу. Твою мать, черт, Фред. Как же я буду искать?